улице можно было бы за нагрев ее сделать? Один, конечно. Да. Она сильно маленький вес, чтобы быстрее. И что? Все, освободили пленного француза. Жалко, тот молоток лучше тянет. Так, сейчас эти привезут верхом. Куда вы ставите? Вот сюда. Вот это, как он называется? Вкусываешь, высыпаешь. Понял? Да. Все. Давай, вкусывай. Порох не съешь. Стой, 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 подожди. Вот сюда на планку сыпь. Да? Еще. Да. На планку сыпь, закрывай планку. Еще, еще насыпь, еще. Все, закрывай. А, да? Ага. Закрывай. Все. Теперь оставшиеся. Сейчас дом или как, да? Оставшие. Не-не, высыпай оставшиеся туда. Все, все, все. Включали. Плава. В принципе, можно и не пожевать даже, да? Не надо. Не, не надо. Все. Больше, больше, больше. Все, наверное. Все, глаза береги. Целься вот. Целься. Вверх. Глаза береги. Закрывай. Огонь! Молодец. Настоящих французов нет. Здесь все русские. Шумов Константин. Сержант 1-го полка морской артиллерии. Красноярск. Москалев Леонид, капрал 1-го полка морской артиллерии Франция. Что сегодня здесь будет? Сегодня... Почему вы французы? Сейчас объясним. Значит, изначально Красноярское общество любителей военной истории, которое занимается военно-исторической реконструкцией, возникло как общество, которое реконструирует Отечественную войну 12-го года. Потому что в преддверии, за 10 лет мы начали готовиться, 200-летие, которое прошло в прошлом году, мы создали... Общество, которое реконструирует красармию той эпохи. Но поскольку юбилей уже прошел, хотя праздничные события на этом не заканчиваются, и в 13 году в этом, и в 14 последующем, до капитуляции императора Франции Наполеона, эти торжества уже пройдут в Европе. Вот в этом году, в октябре, красноярские реконструкторы участвуют в реконструкции Лейпцигского сражения, знаменитой битвы народов. Это будет в октябре 13 года. Но поскольку мы красноярцы, мы патриоты, в прошлом году общим решением мы решили передвинуть стрелку эпох немножко поглубже, в начало 17 века, в приход русских на берега Енисея, приход казаков под руководством Андрея Ануфриевича Дубинского сюда, в Качинскую землицу. Поэтому совместно с администрацией города мы решили реконструировать постройку острога, оборону острога, фрагменты быта и жизни первых поселенцев. Фрагменты быта и жизни тех народов, которые уже проживали на этой территории, которая называется Качинская, или Тюлькина земля. Поэтому сегодня главное у нас и на параде, который состоялся на большом конгрессном зале, и сегодня, с чего начнется, будут показаны фрагменты дачи клятвы местным князцом Татушем. Мы не случайно на острове Татушева находимся, это в честь него он назван. Сначала он дает клятву, называется «Шерть». Потом, разумеется, за этой клятвой идет обязанность казаков государю собрать дань, ясак. Будет показана сценка, фрагмент сбора ясака. Понятно, что это не всегда происходило гладко, тем более, что брали русские заложников или аманатов, и специальная аманатская изба была построена в первом остроге, буквально сразу же, кроме изб для казаков.
нас ждет возмущение местных народов действиями русских казаков. И понятно, что это возмущение перерастет в схватку, в огненный бой, в рукопашный бой. Вот это все можно будет увидеть буквально через час. Все это произойдет. Я вот и спрашиваю. А вы французы? А эти-то русские зеленые, да? Даже не важно, там какой-то эпохи, да, а вот такой праздник. Как вы себя чувствуете вообще? Не жарко? Кто? Французы? Я могу только сказать, что мы и во французских мундирах доказываем, что русские непобедимы. Ну, хорошо, а вот вообще для вас День России, это что, это праздник или это очередной выходной? Для нас, безусловно, это праздник. Люди, занимающиеся отечественной историей, не могут быть в стороне от такого государственного праздника. Поэтому мы и договорились с властями о проведении нашего фестиваля именно в День России. А вот, хорошо, очень многих спрашиваешь, что такое вообще День России? Многие не знают даже истории вообще. Одни говорят, что Ельцин пришел к власти, вот, ну, кто-то говорит, что это развал Союза. Очень многие вообще не знают, что это за праздник. Не скажу. Тоже не скажу, но если государство приняло этот праздник, то каждый гражданин нашего государства обязан быть в этот день подготовлен к празднованию этого дня. Я что хочу сказать, что очень сложные судьбы были у тех народов, которые живут в нашем многонациональном государстве. Все было очень непросто. Поэтому восприятие Дня России у каждого, кто здесь живет, в зависимости от возраста, социального положения, от национального происхождения, вероисповедания, оно своеобразное. Поэтому какого-то единственного мнения, если вы хотите про это услышать, конечно, быть не может. Но можно сказать одно. Мы живем в едином, пусть многонациональном государстве, с единой историей. Вот это всегда мы, будучи в французской форме, будучи в казачьей, в стрелецкой, в форме степняков-воинов. Как раз главная эта идея, что нас объединяет всех история, уважение к истории, может быть, любви к истории, корням, корням. Мы прикасаемся всегда к корням. Причем у нас именно прикосновение живое, не случайно реконструкция называется «живая история». И каждый уважающий себя народ должен иметь праздник, который объединяет все. Пусть это нация достаточно однородная, Франция, да? День взятия Бастилии, национальный праздник, 14 июля, безусловно. Принятие декларации независимости США. Многонациональное государство. Каких только там народов нет. Единый праздник. Все, кто живет и считает себя гражданином, он считает это своим национальным. И все, я уверен, кто здесь проживает, много ли они знают об этом празднике, мало ли они знают об этом празднике. Но надо больше говорить в школах, вам, журналистам, больше про это говорить, доносить. Вот мы доносим сегодня до тех зрителей, которые к нам придут, что сегодня праздник в День России, они могут прикоснуться к истории. Вот этот единый праздник, он, безусловно, должен быть. Ну, а единственное мнение, ну, просто быть не может. И у меня еще вопрос, очень много детей. Вы откуда собираете? Дети? Мы их не собираем. Это дети-реконструкторы или дети-реконструкторов. Дело в том, что даже когда вот мы еще 10 лет назад с лишним создавали свой клуб, те уже мужчины, которые здесь, они были детьми. И наш первый выезд на Бородинское поле, в наших рядах стояли 4 ребенка возраста 9, 10, 11 лет. Теперь они уже закончили вузы, они учатся в аспирантурах, они уже работают, у них свои семьи, они выросли в этом. И сейчас подрастает новое поколение реконструкторов. Вот здесь в лагере присутствуют реконструкторы из Лесибирска. Это учащиеся в основном. В том клубе, который они представляют, это учащиеся. Здесь присутствуют реконструкторы из гимназии номер 1 города Красноярска. Ну, бывшая гимназия университета, более знакомое название. Это учитель истории объединил тех детей, которым интересно. Причем не только военная сторона. Дело в том, что военная реконструкция, она предполагает погружение в разные ипостаси истории. И эти дети занимаются изучением геральдики. Они занимаются каллиграфией, то есть искусством письма, старославянского письма, а для этого как минимум надо знать, как писались эти буквы, как это читалось, как они выглядели, и уметь читать и понимать тот текст, который сейчас доступен только профессионалам, а учитель истории Игорь Лужецкий пытается привить это знание, понимание, и через это любовь к России, к Красноярскому краю, к Красноярску, к тому району, где они проживают, и где они в основном
занимаются с детьми в этом микроучастке, где проживают учащиеся школы гимназии. Таким образом, здесь появляются у нас совсем маленькие дети, вот, которым интересно, но сначала, конечно же, их ведут взрослые. Сначала вели своих детей мы, родители. Здесь педагоги, учителя, воспитатели, наставники приезжают с своими детьми. Здесь представлены не только военно-исторические реконструкторы, но и просто исторические реконструкторы. Вы видели здесь ремесленника, кузнеца. Это машиностроительный профессиональный лицей. Он создан для учащихся лицея учителями, мастерами производственного обучения. Чтобы подростки, опять же, да, они не только изучали современную технику, но они, поскольку это будущее профессиональные рабочие, они могли своими руками создать копье, кольчугу, меч, создать кованое изделие, например, подкову. Как это делается? Ведь во многом это было искусство утрачено, так же, как искусство каллиграфии. И сейчас это идет возрождение в наших глазах. Этот интерес ведь очень большой, и Красноярск не исключение. Исключение, наверное, в том плане, что мы очень далеко, и когда наш клуб появляется в Центральной России, а тем более мы выезжаем за рубеж, всех поражает, что это Красноярск, это Сибирь. Вот так были поражены гости нашего города, немецко-голландская делегация, которая присутствовала на параде. И они тоже долго не могли понять, где же казаки и стрельцы, и почему же здесь французы. Ну, наконец, мы разобрались, что неважно, где географически мы находимся. Вот. История цивилизации, она едина. И самое главное, что история объединяет все народы. Если когда-то было противостояние очень жесткое русских и французов на полях сражений, то теперь этого противостояния нет. И в прошлом, позапрошлом годах были годы России во Франции, Франции в России. И в рамках, кстати, праздничных мероприятий наше общество помогало оперному театру в создании экспозиции, которую они приурочили к премьере спектакля «Гусарская баллада». Это балет. Он прошел с большим успехом, премьерный спектакль. Мы тоже принимали в нем участие, и мы помогли провести вот этому учреждению культуры еще и конкурс знатоков Отечественной войны 12-го года. Победителем стала женщина-педагог из Железногорска. Вот. И призом таким своеобразным для нее было то, что ей помогли пошить форму, изготовить палатку. И в прошлом году две женщины, хрупких существа, как маркетанки, на 200-летнем праздновании Бородинского сражения жили в нашем лагере, были с нами на поле сражения, поскольку маркетантками. Маркетанки – это женщины, которые сопровождали войска в 19 веке. Они помогали устроить быт солдат. То есть питание, да, помощь при определенных там ранениях, ну, то, что могли, да, оказать как-то, постирать. Многие маркетанки были просто женами солдат, они отправлялись в поход за своими мужьями. Кто-то не был женами просто. Ну, они помогали, так скажем, обеспечить там тыловое снабжение отчасти. Поэтому вот победительницы конкурса, знатока Отечественной войны, оказались так далеко от Красноярска. Окунулись в эту атмосферу, да, это очень большое событие было. А вот те, которые клубы представляют здесь 17 век, то есть начало 17 века. Основание Красноярска, 1628 год. Договорено сейчас с администрацией Енисейска о том, что мы и там будем поднимать людей на историческую реконструкцию. Рядом там, к счастью, есть достаточно крупный клуб в Лесосибирске. Это люди, которые реконструируют Российскую императорскую армию эпохи 812 года Отечественной войны. Вот. Вообще, надо сказать, что это еще самое начало того пути, который задуман сегодня Красноярским обществом любителей военной истории. Речь идет о создании полноценного музея живой истории на острове Татышево. Для этого сегодня в проекте планировки, который был подготовлен городской администрацией, это генеральный план острова Татышева, там предполагается порядка 16 гектаров в будущем для постройки и функционирования музея живой истории. Что мы имеем в виду? Это фрагмент острога, который будет построен на строго научной основе.
благодаря сохранившимся чертежам, описаниям. Вот на базе этого острога будут происходить события военной реконструкции из истории города Красноярска. А я хочу сказать, что она не так, в общем-то, длинная, 400 лет не так это много, но, тем не менее, в истории Красноярска были очень трагические истории и события. Ну, в частности, штурм Красноярска последний был в 1679 году. Это, в общем-то, не так, да, давно. И из половины гарнизона, из всего гарнизона половина погибла. Вот. И была похоронена на территории Красноярска. Если вы помните, когда были скандальные ситуации с раскопками кладбищ, да, мы в свое время, нам удалось отстоять эти кладбища и сохранить останки наших предков. Вот. А музей живой истории – это достаточно интересная тема, она развита и в Европе, когда строятся усадьбы разных эпох, в них реконструируются события, причем это строить должен бизнес, по нашему глубокому убеждению. Город должен заниматься инфраструктурой, обеспечить инженерную инфраструктуру, это искусственное градостроительное образование, если хотите, музей, да, в котором будет проистекать жизнь. Это аутентичное питание определенных эпох, это различного рода ремесла, которые будут там реконструироваться. И вообще мы считаем, что всех школьников надо будет, уж извините, прогонять через этот музей истории, живой истории города Красноярска, для того, чтобы каждый подрастающий гражданин Красноярска знал свою историю. Он умел, видел, как пахали наши предки, как сеяли, и это школьники должны делать, собирать хлеб, печь, уметь хлеб, работать на кузнях, работать гончарами. То есть мы считаем, что это правильно, и это необходимо сделать. И слава Богу, нас слышат сегодня в администрации города Красноярска. Я думаю, что в недалеком будущем этот проект будет реализован. По крайней мере, представители бизнеса сегодня достаточно большую заинтересованность проявляют в этом. Спасибо большое. Пожалуйста. Пойдем. Можете представиться, имя? Людмила. Светлана. Сегодня праздник. Какой сегодня праздник? День России. А вот для вас День России – это что? Это, ну, сегодня День Единения. Это когда под Мининым Пожарским объединились люди против иноземных захватчиков, кажется, так? Что-то я с чем-то путаю. Вы работаете? Да. Вот. Нет еще. Просто вот для многих людей это очередной выходной. Для вас это все-таки что? Для нас это все-таки праздник. Вот уже второй год мы приезжаем сюда. Мы в прошлом году здесь были, смотрели реконструкцию Бородинского сражения. Вот мы только что обсуждали, что с каждым годом мы так думаем, что будет масштабнее и масштабнее. Вот это вот здесь, вот именно здесь реконструкции вот эти. Это возможность людям хоть как-то прикоснуться к истории, воочию это все увидеть. Это очень интересно все. А вот вообще, как вы считаете, такой вот праздник, ну, национальный, он нужен стране? Обязательно. Он, конечно, нужен, потому что в последнее время мы теряем свои корни, и идет какая-то европеизация. Совсем не осталось ничего нашего, родного, русского. И такие праздники, они вызывают интерес к молодежи, когда можно действительно воочию потрогать историю, самому принять в ней участие. То есть я прекрасно знаю, что эти общества, эти исторические, вот Камелот, исторический Красноярский клуб истории, это не закрытые общества. В них можно приходить, участвовать, самому шить себе костюмы, делать мушкеты и участвовать в сражении. То есть через игру познавать историю? В том числе культуру. Это наша культура. А вот такой праздник, он объединяет людей? Я только хотела сказать, он должен, что да, он должен объединять. В прошлом году, когда мы стояли вот за ограждением, вот да, было, на этом да. же поле, и вот как-то чувствовалось какое-то единство. Люди пришли не просто так, а потому что им это интересно. Действительно интересно узнать, да, вот Света правильно сказала, свои корни и вот частичку своей истории. И это, вы знаете, как-то вот действительно дух какой-то единства присутствовал, когда абсолютно с незнакомыми людьми стояли и обсуждали. Было очень интересно. Да. Спасибо Я, мама!
Выйдите, пожалуйста. Подожди, подожди, Лен. А вот это нормально? Нет, а мы нормально рядом с ними. Ну, в смысле, я нормально. В новом 1628 году на Кострог для охраны юга поступов к Енисейску, главному городу тогдашней Восточной Сибири и защиты водного пути по рекам Тоболу, Иртышу, Оби, Кити, Енисеи, Ангаре. Это была единственная в 17 веке дорога, связывающая Сибирь с Центральной Россией. Инициатива постройки острога южнее Енисейска принадлежит енисейскому воеводе Якову Хрипунову. Он в 1628 году направил в Тюркину землицу для выбора места под острог небольшой отряд казаков во главе с московским дворянином Андреем Дубенским. Добравшись до намеченного места в августе 1628 года, отряд Дубенского с помощью миролюбиво настроенных местных арийских и катинских племен из разобранных дощаников сразу поставил городок Дощатый, отстоящий от Енисея реки по горе 100 сажен, укрепленный врытыми в землю столбами, соединенными сверху и снизу толстыми жердями. Сразу после возведения стен вокруг выкопали ров глубиной в 3 метра и шириной 10 метров. Приход русских на берега Енисея сопровождался обязательной для того времени процедурой. Казаки приходили сюда не по собственной воле, а по указу государя. Поэтому они должны были привести к присяге местные народцы, местных князцов, присяге престолу московского государства. Сейчас вы сможете увидеть, как это происходило 385 лет назад. Государю своему великому князю Михаилу Федоровичу.
самодержцем. И я русский дадешь. Московскому, новгородскому. А ты кто-то загород? Иные многие земли обладатель. Иные многие земли обладатель. По твоей басурманской вере. По твоей басурманской вере. Чтобы тебе, татуш. Чтобы тебе, татуш. Под его государевой рукой. Его государевой рукой. Быть. Его государя великого службу служить. Его государь великий службу служить. Не изменять. Не изменять. Мы великому князю. Мы будем верны великому князю. Кто за неправду нашу, кто вы верноподданный великого государя и царя нашего, великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца, Владимирского, Московского, Новгородского, Смоленского и иные многие земли царя и государя новому подданному. Люба, браты! Люба! Люба! Итак, давай! Ага, сразу давай, давай, да? А это песня. После принесенной присяги, которая называлась «Шерть», местные народы приносили государю ясак. Oh,